38-й школе Кировского района торжественно открыли мемориальную доску, посвященную Ивану Воронину. Он погиб в мае 23-го года, выполняя воинский долг в зоне СВО. Получил орден мужества посмертно. В этой школе Иван учился с 1 по 11 класс. Учителя запомнили его смелым, добрым и готовым всегда прийти на помощь. Мы его за глаза звали «Солнышко», потому что он всегда улыбался, всегда был добрым. И, к сожалению, война забирает лучших. К сожалению, погиб, совершил подвиг. И мы решили, что мы должны увековечить память об Иване. И поэтому открываем доску, открыли парту героя, посвященную ему. В открытии мемориала приняла участие вдова Оксана Воронина. Почтить память героя пришли родители и родственники погибшего военнослужащего. Я благодарна всем тем, кто сегодня пришел. Ваня был прекрасным мужем, верным другом, просто прекрасным человеком. Я благодарна родителям, что они мне подарили и воспитали такого прекрасного мужчину. Я благодарна, что успела подарить мне дочь, продолжение свое. Я горжусь своим мужем. Мой сын останется в памяти и вам всем, живущим, хочу сказать, живите за него. Он любил жизнь, умел ей радоваться. Живите за него и за тех мальчишек, которые там остались. Помогли в установке мемориальной доски Ивану Воронину фонд «Защитники Отечества» и администрация Самары. И он будет всегда в нашей памяти. Мы его точно не забудем. Хотел бы побыстрее, чтобы все это закончилось. Надеюсь, что мирное небо над головой у нас в ближайшее время точно будет. И наши ребята вернутся со специальной военной операцией. В церемонии открытия мемориальной доски принял участие юнармеец Егор Янадейкин. В будущем он планирует поступить в военное училище и стать кадровым офицером. Рассказывает, что мемориальная доска в честь Ивана Воронина будет мотивировать его на подвиги как в армейской, так и в мирной жизни. Я буду подходить к этой доске ежедневно и вспоминать этого человека, потому что он погиб за нашу страну. В школьном музее сейчас готовят к открытию экспозицию, посвященную Ивану Воронину. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.